さあ、私を超えてみなさい。そんな、не ожидал. Минасан на чикара укаришимас. Мессуру! さあ、ついてきな。まだまだ若いのには負けないぜ。この機を逃すな。続け。私を超えてみなさい。Чё не так Нейлис-то? Вы съелись, я не понимаю. А то. Минасан на чикара укаришимас. さあ、ついてきな。メッスル。私に力を貸して。無益な戦いは望まない。引いてくれ。
Интересно, зажали ее. Коно кио ногасна! Сузуке! В принципе, я ничего не теряю, если сейчас подожду один ход. Хотя она по мне может ультануть, так что лучше всех скучковать. Потом хоть осталки собирать будет намного проще. Да, слушайте, она сейчас так... Там так ударишь, что от меня рушки до ножки останутся. Ну, она в любом случае погибает. А, там... Там не хватает уже, да? Ладно. Да, собирать мне потом остатки от меня будет довольно тяжело. Ну ладно. Как бы я от одного этого избавлюсь, что меня уже как бы радует. Ну, в принципе, приемлемо. Ни хрена себе! За, это все какой-то меня сай? А то. Нина, сюда! Так, ДПС получился немного более жестким, чем я думал. От отдачи. Надо отсюда убираться, причем быстро. Следующий удар меня прикончит. Блин, основная проблема в том, что... Как мне убираться-то оттуда? Там сейчас светляк сейчас подойдет, а у него дофиги... У него стоечка в действии! Я не знаю просто, кто это сможет из моих пережить. Серьезно, я не знаю. Конечно, разве что вот так вот могу сделать и подставиться под тычку.
Ну, как-то... как-то так. Потому что я... больше вариантов я вообще не вижу. Не надеюсь, что, Светляк вот зафигачит в Галлиуса все, что у меня больше нету вообще никакой возможности здесь выжить. Есть все, в чем вот фигачить. Импульс Вейв. Иного в Галлиуса. Ну, ладно. Потери на самом деле очень даже божеские. Честно, очень божеские потери. Могло все закончиться намного, намного хуже. Но... ладно. Минасан, сила вы укажете. Будем считать, что это терпило. Фух. Если бы надо ту же самую нову зафигачила вот сюда вот, то у меня бы полегло 4 человека. Она зафигачила туда. В этом смысле мне повезло. Блин, а зачем я повернулся? Все сломал. Просто на всякий случай. Мина, ватаси ни чикара укасте. Сакете тоуренай ноде арэба. Так, вот сейчас очень интересно, короче. Сейчас я могу реально затерпеть. Что, как бы, подставлять под удар мне уже некого. Он, конечно, может уйти сюда. Галлиус опять становится терпилой. Мимель стоит в стороночке. Че вот с этим делать? Его не могут-то поставить. Так, ну ладно. Я надеюсь, что тучка одумается и не будет меня сильно убивать. Потому что если сейчас туда нового прилетит, это минус 4. Нет, ну как бы не то, что... Мне на самом деле пофиг, что у нас туда прилетит, у них у всех авторесы стоят. То есть я-то реснусь на следующий ход. У нас-то явно прилетит сейчас. Неправильно распределил. А, нет. Они упорно сливают Галлиуса.
私を超えてみなさい。ну что ж, их право. Я даже мешать особо не хочу. Пускай сливают. Им хорошо, мне хорошо, никто никого не трогает. Галиос там потихоньку страдает. А я потихоньку МП коплю. Так. Ну, блин, вот то, что мне... То, что вот у Галиоса очень мало хп, меня это как бы... Не то, что хп, у него СП мало. Я как бы хотел бы прокастовать Абсолют Энд. То есть это скилл, которым я убивал финальных боссов. Так, ну все, Мимель. Сацитекина! Так, кидаем Speed Power сверху. Отлично. На него тоже накидываем Power. И... Так вот. Ну, 250 СП у него так-то. Галиос, фиг с ним, Галиос. Как ты сейчас будет сам потеть?皆さんの力をお借りします。Так, ну все, как бы 250 есть, можно просто ломать лицо Мимель, чем вообще в лоб ее раздавить. Она мне вообще ничего не сделает. Так, входим на стартовую позицию. Галиос опять терпит. Те остаются так, как стояли. Коно кио ногасна! Сузуке! 250, 246, 220, 258, 250. Ну, вообще, я уже все. Я уже лейт. Фу, Галиосу бы, конечно, нагнать эти 250 спешкой. И Абсолют Энд просто во всех, но ему не дадут ее набрать. Так что можно даже не надеяться. Да, он снижает СП активно. Это довольно неплохо, то, что она меня в эту сторону откинула. Это хорошо. Значит, Галиос сейчас доберется до меня. Берется-то он без спешек, ну ладно. Минасану чикарау укаришимасу. Минна, ваташи ни чикарау касте. Иночи ня ошкуба хикуяйой. Блин, проблема в том, что у Галиоса сейчас СП нифига нету. Mm.
По идее, тоже надо догнаться на самом-то деле. Так. Так, все, Галлиос догнался. Еще раз. Все. Галлиос догнался. Это сотня. Сацитекина! Ее тоже догнали. Ну все, уничтожаем. 96, ну не, они раньше меня точно ходить не будут. Немного подвинуться, кстати. Вот так вот. Я немного не угадал. Альс 82, и можно даже никуда не двигаться. Мне главное, чтобы Галлиоса хватило на 2 скилла. Остальное не так важно. Не, он первый будет ходить, однозначно. У них агилити тут у всех намного меньше. Кону кио ногасна! Сузуке! Ну что? Мимель отправляется к праотцам. Черт. Вира немного не догнался. Мы сейчас его догоним. Так. И чакра. 56. Стоп, как это? 50? Не понял. Чего не хватает? А, блин. Этому не хватает. Подстава. Так. Она может прохилять, нет? Остается в связке. Остается. Так, 6 АП. Там сколько надо? 42, господи.
Я ей еще и генезис долбану по башке сверху. Так. Угу, все, догнались. А, так, ну все хорошо, в общем-то. Давайте сделаем это красиво. Сначала пойдут навыки первого уровня. Потом пойдут второго. Блин, а мне интересно, а у них какое-то сочетание третьих скиллов есть, нет? Я вот не знаю, у кого-то из них явно были какие-то сочетания. Сейчас я быстренько гляну, секунду. Так, не все так просто оказалось. Так, господи, скопируйся. Так, смотрим. Ту-ту-ту-ту-ту. Absolute End. Слушайте, а я походу накосячил. Нет, стоп. Не Absolute End. Absolute End. А почему он мне говорит, что это не тот скилл? Эй! Я так не играю, блин. Так это же абсолют энд, господи, из этого. Из первого Агареста. Я не понял, это не те скиллы. Ладно, короче, будем сами гадать. А вот Soul Slave. Катастрофа. Секунду. Да. Не знаю, теперь я тебе позвоню часов 6. Да. Так, извиняюсь. Я вернулся. Я просто хочу как эпично его прикончить. Точнее, ее. Я просто не знаю, чем. Eternal Cross. А что у меня есть? Угу. Что-то я не вижу просто этого.
А, вот, нашел. Это называется, короче, немного другая комба это. Слушайте, а тут, короче, Абсолют Энд, он вообще другой. Блин. Печально как-то. Я потому что подумал, что это Абсолют Энд точно такой же, как и в первом Агаресте, и это меня погубило. Ну, так-то сейчас не могу достигнуть того дикого ДПСа. Ну-ка. Нет, это не вообще, почему-то другие скиллы тут используются. Тут, короче, Абсолют N делается не с первым поколением, а с со вторым поколением. Вот это как бы меня немного горчило. Как бы я вообще не вижу других комп. Дайте-ка глянем в книжку. Значит, книжка пустая совершенно. S-Strike. Везде нужен S-Strike. Понимаете, в чем проблема? Короче, ладно, понятно. Не получится эпично убить этого босса. Потому что просто нечем убить. Понятно, короче. И все, короче, имба-скиллы, они связаны на втором персонаже. Я их не могу применять. Так. Посмотрим, что с этим я могу сделать. Короче, ребят, не увидите вы эпичную ульту. Так, а финал бласт этого? Нет, это The Crush. Опять не то. Понятно. Нету, в общем, у меня никаких скиллов. Короче, попал я. Я не знаю, как я буду бить финального босса. Тернил Кросс. Может, с ним есть? Тернил Кросс. Тернил. Да, попал я.
Короче, ложанулся я со скиллами. Ну ладно. Ложанулся, так ложанулся. Чё? Ничего не поделаешь. Смотрим на эпические комбо.引き裂かれし魂、もてあそばれし魂が求める。今しめから解かれんことを、世界にあるべきことを、私が私であることを、消え去れ。セレティックノバ。 横島なる者、何時らもとも者、国民です。あるべき場所へ行く。海岸、ゴーマ浄土。たまには真面目に言っときますか。さて、俺の引き立て役にでもなってもらおうか。 派手に決めるぜ。天が総龍戦。俺に惚れてもいいんだぜ。一度は朽ちたこの命、燃やし尽くすことにためらいなどない。雷鳴よ、我が身を撃て。聖なる剣をこの手に。闇を滅する炎となれ。 Rising Blade! そこだけ。
世界はあなたを選ぶのね。そしてあなたも選んだのね。ならもう二度と振り向かないで行きなさい、ミーメル。あなたも。понятно。Смотрите, я что-то интересное с неё выбил, но сейчас по мне отдача пойдёт сильно очень.してくれよ。俺はあと。ни хрена себе！命が惜しくば引くがよい。Так, что это что-то сейчас за хреновина по мне пролетела？どいてください。私の番ね。Не, ну так-то нифиговая фигня по мне прилетела. Да, зашибись.Шанс. Меня нафиг расфигачило этим скиллом. Радиус у скилла просто офигенно, если честно. Нужно подальше держаться от него.気を逃すな。続け。Нет, скинкаст дета, это, конечно... Точнее, инстант дета, это, конечно, 6. Сильно.皆さんの力をお借りします。みんな私に力を貸して。さあついてきな。避けて通れないのである。Так, ну, ладно, у меня больше очков хода. Я надеюсь, что это меня спасет. Коно кио ногасна! Сузуке! Он же до нее не достает. Я забыл про это совершенно.皆さんの力をお借りします。
さあ、ついてきな。メッスル。みんな、続いて。お願いです。どいてください。無益な戦いは望まない。引いてくれ。Надеюсь, что он подойдет на расстояние удара. Да. Да, он подошел на расстояние удара. Это значит GG. Это ни у кого нету. Ну ладно. Что я оверкил? Даже обсуждать нечего. А вот сейчас прикольно, если сейчас припрется этот... припрется очень злая зараза. И мне надо будет играть сразу второй бой. Ранг И! Ну это было жестко. Хисл сейв, блин, вы что, серьезно? Ага, то есть смотрите, мне предстоит сейчас второй бой. Чего как бы я и боялся. Все закончилось? Мада. Нет, еще нет. ここで終わってしまう。だが忘れるな。お前の行く道は同胞たちの骨と血肉でできていることを。私は終わる。私は終わる。Для меня все закончится здесь. Но помни, что тут твой путь тоже, в общем, сделан кровью.人のおだくと傲慢からできていることを、そのむくろを踏みしめてゆくことを、人のおだくと傲慢からできている。И ты будешь должна переступить через них. Твоя судьба будет наполнена высокомерием и чем там еще.これは。ミメル、что она？彼女の中で力が暴れているんです。Похожие силы выходят из-под контроля。マキの魔力、無理に取り込んだ力を抑えきれなくなっています。Она уже не может сдерживать силу артефакта。どうすればいい？どうすれば止められる？И что нам делать？ Как нам остановить ее？私の力を。残ったすべての力をぶつけてみます。私の力を残ったすべての力。
Возможно, с моей силой. Если я соберу все силы и ударю. Возможно, это сможет помешать ее. Ты... думаешь, это сработает? Я не могу обещать этого. Поэтому вы все должны отойти. Нет, я останусь. Лео? Бокто Мимер ва вазука дева ару кередо тамаши га цунагатте иру. Бокто Мимер ва вазука дева ару кередо. Бокто Мимер ва. Потому что я связан с тобой. Бокто Мимер ва вазука дева ару кередо тамаши га цунагатте иру. Наши души связаны. Но это также означает, что они связаны с ней. Мимер, осъете кре. Боку ва Мимер но таске ни наритай да. Пожалуйста, Мимель, скажи, что мне нужно сделать. Я просто хочу помочь. Да. Действительно, между нами есть связь. Тогда, возможно, вдвоем у нас намного больше шансов спасти ее, чем у тебя одной. Да. Возможно, этого вполне хватит. Что ж, хорошо. Наконец-то я тоже смогу помочь тебе. Орему тео касзе, ничан. Окереба ой ходо, фтан ва херасеру даро. Ну, тогда я тоже присоединюсь, братан. И чем нас больше, тем легче будет груз. И чё ты там вроде? Отто, мускотачи ни бакари ии токоро яру ваке нива иканай на. Нет, боюсь, я не могу позволить собственному сыну оказаться в центре всего этого. Ну, забрать всю славу себе, короче. Ну? Я тут подумала и решила, что чем больше нас, тем сильнее наша магическая сила. Васира но чикара о таксу. И каждый из нас поделится своей силой с тобой. Что ж, позволь нам помочь тебе. Но у Леона... с ней есть связь, которой нет у вас. Ну, мы не узнаем, если не попробуем. Она права. К тому же, я не думаю, что из этого выйдет что-то плохое. БДСМ Лоли Грин, ты о чем? Может быть, у нас нет этой связи, но
скажем так, наши пути пересеклись. Я думаю, что этого вполне достаточно. Ну, ты права. К тому же, кто подходит на эту роль лучше, чем мы? Извини, что я оставила тебя страдать. Этого больше не повторится. Да, и спасибо вам за то, что вы поделились со мной силой. Уже все? Но я так много хотел еще сделать. Этот мир существует не для того, чтобы стать... Чтобы веселить тебя, в общем. Но я также сомневаюсь, что он станет твоим. Сайонара. Мимель. Чотто хаяй кедо. Атаси ва саки ни немерасете морау ва. И прощай, Мимель. Я не думала, что это произойдет так скоро, но я должна покинуть тебя. Сосите. Мисасете морау ва. Соно кегаретате де. Донна хейва га кизукеру но ка. Но я буду наблюдать. Как ты... Какой мир ты сможешь создать? Не знаю, этими грязными руками. Ну что ж, тогда постарайся. Я обещаю. И я никогда не забуду о тебе. Итак, похоже, все закончилось. Нет, нам еще многое предстоит сделать. Но сейчас, только сейчас. Похоже, мы еще на шаг ближе к нашей цели. Да. Это Самарил. Да, это Самарил, походу. О, еще одна эпическая битва. Нет, две битвы подряд с боссами — это перебор. Это ощущение. А вот Самарил причесал.
Эх, мое бедное лицо. Ну, я предполагал. Но все-таки. Кажется, вся сила этого меча исчезла. Замечательно. Я думаю, не стоит поблагодарить за это. Имя персонажа забыл. Ну, короче, Лео. Кто ты? Ну, понятно. Так это значит наша первая с тобой встреча. Ну, по крайней мере, в этой форме. Может быть. Я Самарию, тот, кто погрузит этот мир во тьму. Эрнесто, я Самарию, Назаконнакото. Эрнесто, нет, Самарию, зачем тебе все это? Как же я уже устал от этого вопроса. Что-то я не помню фразу дальше. И зачем Богу объясняться всяким жукам? Вы должны только молчать и повиноваться. Опять высокомерная гадина. 40 минут разговоров, да вообще не говорите. Высокомерная гадина, мол, подите к моим ногам, просите прощения, и, возможно, я буду милостив и сохраню вашу жизнь. Что-то типа этого. Но, скажем так, сейчас я довольно щедрый, и я дам вам право выбора. А что вам выбрать, решайте сами. За то, что ты разобрался с этим артефактом, Линиум. Нандато? Сорева дое кутуда? О чем ты? Что это значит? Этот артефакт был достаточно силен, чтобы уничтожить Бога. И, конечно, бы я мог воспользоваться его силой. Но я не сомневаюсь, что со временем он доставил мне неприятности. Что ж, я рад, что ты позаботился об этом. И я думаю, ты заслужил награду. Что ж, ты можешь служить мне или умереть. Выбирай.
いきなりシャシャリ出てきてそれかよ。本当、笑わせてくれるぜ。Ты появился неизвестно откуда. いきなりシャシャリ出てきてそれかよ。И выдвигаешь требования. Не смеши меня. 待ちくたびれましたよ。あなたのような下船が何をもったいぶっていたのですか。待ちくたびれましたよ。Мы так ждали встречи с тобой. А ты опаздываешь. В общем, как обычно, деревенщина. Я прошу прощения, если я слишком грубая, но у нас есть к тебе одно дело. Ну что ж, так значит, ты и есть тот, кто стоит за всем этим. Ну, значит, самое сложное уже позади. Все, что осталось, это победить тебя. Это из-за тебя, мои братья, поддались тьме. Ты больше не заслуживаешь пощады. Позволь мне покончить со всем этим. Дитя ночи, почему ты так тянешься к свету? Ведь ты... Ведь твое место во тьме. Ведь я хочу лишь увидеть, как весь мир погрузится во тьму. Мне не нужен мир, в котором будут править такие, как ты. Мы хотим, чтобы наши дети жили в этом светлом мире. И если ты хочешь помешать нам, то мы просто уничтожим тебя. И теперь я вижу, даже если тьма захватит этот мир, она всегда будет исчезать. Ой, извини, Слайер, я уже так перевожу от балды на самом деле. Нет, ну хочешь, давай по стриме, Грест, я не против. Давай я тебя добавлю в скайп, и ты мне будешь переводить. Что ж, мы больше не позволим тебе делать все, что тебе вздумается. А теперь... Не знаю. А теперь исчезни перед светом, что в этом роде. Так значит, ты предаешь своего хозяина, Мимели? Коллеги не поймут. Нет, ну, Слайер. Ну, господи, я не знаю. Вообще-то он, по-моему... Там немного не то говорил. Ладно, потом переиграю. Специально посмотрю для тебя. В общем, тонкий намек, то что... Разве не ты предал меня первым? Да. Ну?
私が刃を取ります。ここで終わらせましょう。サマリル、カオス様はあなたの言う世界など望んではいません。Понятно. То есть тонкий намек, что Хаос не этого мира желал, все дела, короче, и Самарил его предал. Хаос сама не говори. Ватаси га яйба о торимас. Коко де оварасе машоу. Хаос сама не говори. Вата. Кинулся это с непрестанно от удивления. Но извиняюсь. Хаос-сама не говори. Ватаси га яйба о торимас. И ради хаоса я сражусь с тобой. Что ж, давай покончим со всем этим. Чичия. Оку но хитотачи га нокосите курета коно кен ни чикай. Самарил! Омае о уц! Чичия. Чуть не понял, что заключено в этом мече, что-то вроде того, что... Ну, пускай будут мечты моего отца и матери, и всех тех, кто погиб на этой войне. Заключены в этом мече. А теперь... Короче, понятно. Я тебя победю. Или то, что сил придает, я так и не понял. В общем, не важно. Ну зачем с Самариилом сразу? У меня все просто в хламину побитые после Мимель. Ну ладно, не все. Два гурга. Вообще Самариил фигня полная. Если СП не снижает, то это все фигня. СП не снижает. Ну все. Изи катка. СП не снижается, поэтому... Поэтому будем драться. Мы будем драться до последнего. Самариил. Здесь не можно особо не спешить, так как... А, мне абсолютно это все равно... Все равно не будет. Кстати, а сколько в этой части у Самариила ХП? Вот интересно. В том было, по-моему, порядка полумиллиона, если не больше. В первом агресте, а здесь сколько? А, кстати, я первый хожу. А здесь меньше, кстати, намного. Здесь всего 300 тысяч. Я помню Трололо с Самариилом, то есть... Я не знаю, стоит ли его хилять, не стоит. Сейчас, секунду.
Так. Он типа это, подкачался к первой части. Очень смешно. Нет, ну по-моему у него было больше в первой части ХП, да и левел у него был 100-й, а не 85-й. Ну ладно, я, скорее всего, сейчас Зигхарта убьют, вот он фасту. Зигхарта вообще трогать, да? Не надо. Не, ну то, что у Зигхарта лоу хп, мне вообще я... Мне наоборот, это выгодно очень. Так, ну Элис будет здесь скакать, прыгать, хилять. Резуректа поставил. Ну, в принципе. Они хорошо стоят. Ну, Самарил он не сносит никаким скиллом. Вообще никаким скиллом. Мне. А, вот эти вот сносит. Это. Ну, это ульт у него. Потом вполне естественно, что он будет сносить. Ну, пускай сносит, чего. 4, 3. Угу. То есть вот так он бьет. 4. Стоп, а как-то. А, ну все правильно, да. То есть 4, 3 и 1. Ну, в принципе, нормально. Вообще совершенно пуфик. Пускай бьет. Мне главное допустить те же самые 250 СП. И просто... Ой-ой-ой-ой, что ж я сделал-то, а? Зачем я его прохилял? Тут нафига я его прохилял? Иди убивай, чё теперь его. Не знаю. Я не знаю, что с ним можешь делать, но иди убивай его, в общем. Так. Тоже сами по себе густятся. Самарила, кстати, фиг его знает. Возможно, не хватит мне очков все-таки. Его убить. Не, ну, фулл прокаст, и он должен лечь. На самом-то деле. Так что... А если у меня еще лоу хп будет? Если я не затупил? Тогда я уйду на всякий случай сюда. Что-то мне подсказывает, что это просто немного опасно там тусить. Авторезурект. Нее. Вообще... По-хорошему, Зигхарту надо 350 СП. Тогда он будет просто изничтожать все живое.
200 есть. Отлично. Че? А чем он долбан? А, он ульт. А, он ультой долбан. Понятно. Самарил, ну-ка, успокойся. Са, иду я. さあ、ついてきな。みんな、私に力を貸して。避けて通れないのであれば。この機を逃すな。続け。Потом просто Элис надо будет оттуда отпрыгивать срочно. Иначе это будет очень плохо. Это все равно лучше, чем стоять в упор. Нету. Ну, в разы проще удары держать, когда... Никто мне по башке не долбит. Так... Немель еще сходит, так что... Thank you.
私に力を貸して。うん、блин。Фу, как так-то? Паралич сейчас будет сидеть. Минасан, чикара у каришмас. Ну, я кира татакаева но дома най. Хей, ты кре. Немного не то, чего я хотел. Но кио ногасна! Сузуке! Триста СП? Неплохо. Мне нужно 350. Есть. Это была ульта. Что вообще всех в задницу куда-то унесло? Вообще в задницу. Са, иду я. Кокосик, привет! Сколько СП? 255, 280, 220... 200... Ну, как бы, если честно, я могу уже убивать. Даже не париться об этом. Сам должен зарезаться.